Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого и смотрите продолжение партии за Харальда Варяга в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности. Но вообще подробности, что тут происходит в первой серии, традиционно, если вы случайно наткнулись на это видео, перейдите к первой серии. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кликайте, переходите, смотрите, читайте. И, кстати, я еще забываю попросить, делайте шорты того, что происходит. Я потом из этого, собственно, мини-видео тоже делаю и заливаю. Уже сейчас их штук 10, наверное, сделано. И во многом, ну, частично это и ваше творчество тоже. Что-то я сам выбираю, делаю, что-то вы мне присылаете. Так что... буду и за это благодарен. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Большое им спасибо за поддержку. И давайте продолжать. У нас война с Англией, но такая, из-за которой мы пытаемся что-то тут вот набирать веру, надежду и любовь. Веру, науку и культуру. Это вот способность Харальда. Еще раз напоминаю, варяжская стража. Нанятые юниты. Во-первых, дешевле на 75%, во-вторых, они дают культуру, веру и науку за убийство. Так что, в принципе, нам надо еще и максимизировать количество послов, которые у нас есть, чтобы пытаться другие города союзить. Поэтому мне кажется... Так, в Шенгете... Вот, как раз от Елизаветы 2... Так, ну я могу засоюзить Шенгети, получается, так, и купить там. Хотя, конечно, лучше было бы Кабул. Шенгети просто классная, классную способность дает. Международные и внутренние торговые пути получают плюс одну веру за каждого последователя, основанной вами или доминирующей религии в этом городе. То есть, например, из Нидероса, сколько у нас последователей будет, плюс 3 веры, да? Тут по плюс одной пока, но со временем же она обратится. Но с другой стороны, действительно, а что нам сейчас Шенгети союзить, если... Я могу для Кабула поставить первый посол сейчас. Так, создание строителя... А, я уже... Блин, я... Прежде чем сейв делать, я... уже выбрал... Черт. Ну, придется игры и развлечения открывать. Тогда пока может не союзить. С другой стороны, нам бы у Кабула-то... Ну, я могу сейчас трех послов в Кабул закинуть, правильно? Я просто боюсь, у меня Виктория может перек... Да там один всего. Ладно, давайте пробовать. Это все-таки наша способность. Так. Давайте. Раз, два, три. Деньги у меня, я думаю, что будут как раз. О, тут так прилично юнитов, да? И сколько их? 51. Если бы не способность Харальда, это мне бы стоило 200, больше 200 получается. Проводим мобилизацию. Так, Виктория тут свою религию распространяет. Людвигу продать железо? Нет. Так, ставим город. Еще как минимум 3 города надо поставить. Идем пока в верховую езду. Но ждем, когда достроятся древние стены, видите, чтобы ускорить открытие. Так, ну и тут я хотел этих всех апать в мечников.
Но у меня как раз железа не хватает, а не денег. Там 70, по-моему, стоит. Поэтому просто ждем, когда появятся денежки. Так, когда вот эти еще 9 ходов они. Ну, поведем вперед. Нам их хранить, эти юниты, нету смысла. Как мне кажется. Тут жалко, что дорога не про. Надо как-то из Сарпсборга, может, в Берген отправить караван. Дорога нормальная для меня проведена была. О, слушайте, а давайте, может, мы Людвига попросим войну объявить. Вдруг он готов. Он первым воевал с Елизаветой, между прочим. Так. Ну, кстати, может быть. О! Так, а заодно золото. О! Зашибись. Слушайте, а может это еще захочет объявить войну? О, смотрите, сколько она встретила. И это готово объявить. Ну, то есть это, я не думаю, что это поможет, что она там поможет юнитами, но зато, во-первых, Елизавета будет ее миссионеров, я надеюсь, валить. Во-вторых, это улучшит наши отношения с ними, что у нас общий враг. Никто не любит Елизавету, видите? Одна игры развлечения. Пойдем потихоньку. Блин, надо еще, знаете, что глянуть? Какие чудеса дают дополнительных послов? Анук, Дидо, Амалькот уха умле карт хадаш, Макадема шумлеком Здорово, здорово, Дидона. Обменяемся столицами. Ну, наверное, с нашего континента, кстати. Так, уровень у этого. Поменяемся местами, чтобы лечить юниты. Вообще, надо опять, наверное, карточку темного века было бы поставить на плюс 5. Ух ты, сколько тут раненых. Так, давай мечника сюда. Этих вот так поменяем. И этот хай тут еще лечится. Так, что здесь? Так, мы должны сначала мечником атаковать. Ну, возможно, конечно, не добьем, но должны сначала атаковать мечником, а убивать лучником. Блин, чуть-чуть не хватает. Может, тогда пока и не стрелять, чтобы этот не добил. Но его, может быть. Блин, ладно, не хочу. О, Дидо, не можем лошадей продать. Написано нет доступных. Это может она. Да нет, у меня максимум лошадей. Так, ладно. А редких ресурсов никто не продает. Мне бы вот редкие ресурсы не помешали. Потому что счастье заканчивается. Кстати, могут мечника. Ну, по идее, Шеффилд стреляет и катапульты. Не, не должны. Так, тут мы железо обрабатываем. Потом пойдем, наверное, рыбу. Нам надо два морских ресурса обработать, чтобы ускорить навигацию по звездам. Строительство водяная мельница, но пока негде. Блин, гипс надо обработать. О, вот тут мы сейчас кого-то убьем. 100%. Это
эпическое извержение, но пока никак на нас не влияет. Так, ну, по идее, мечника мы просто убиваем. 6 культуры, 6 науки, 6 веры. Здесь возьмем уровень. Эти лечатся. Этими подходим. Так, еще 7 ходов. Блин, куда-то сюда город будет ставить. Не успею я поймать этого поселенца. Ну, мы вряд ли можем взять этот город. Со стенами, этими юнитами тяжело будет, даже мечникам. Это нам таран нужен был. Мы его даже нигде так и не построили. А, я еще плавать не могу, блин. А что там надо? Мореходство открыть. Так, 2 хода. Нужны ли мне всадники? 4 хода. Давайте мы, наверное, откроем мореходство тогда. 2 хода. И как раз в инженерное дело пойдем. Тут тогда пойдем. Апельсинки у нас одни есть. Но могу обработать, чтобы продавать, во-первых. А во-вторых, гипс, наверное. Наверное, гипс лучше отправиться обрабатывать, чтобы счастье хоть какое-то появилось. О, можно дружбу с Людвигом. Так, и вообще у меня есть уже ресурсы на ап. Надо кого-то из них в мечника апнуть. Так, глянул по чудесам. Ападана и Килва Кисивани дают послов. Ападана, по-моему... где она? Вот, Килва Кисивани. 3 посла. Можно строить только на побережье. А Ападана в цивиках, что ли? Да, в политической философии. Можно построить только рядом со столицей. Во-первых, по-моему, Ападану... Нет, еще не построили, но у меня... Видимо, только сюда, если... Потому что тут мне нужно районы ставить. Единственный вариант только сюда Ападану. И вопрос, спешить ли с ней. Приветствуем делегацию немца. Блин, надо сейчас глянуть, может быть, сейчас можем продать. О, лошадей 18, ну нормально. Железо мы не продаем. Так, редкие ресурсы нет. Купить редкие ресурсы никто не предлагает ничего. Да, поставлен город. Так, тут вылечимся. Так, сделаем. Так, кого-нибудь убить тут можем? Должны вот этого смочь, по-моему. Нам, конечно, тут убьют этого дуболома, но нам пофигу. Это типа не наш, это город-государство. Мореходство открыли, видите, за счет ускорения. Так, слушайте, этого должны, по идее. Или не хватит? Не хватит, наверное, чуть-чуть. А, не. Отлично. Так. Видите, как ускорили уже игры развлечения? Было 7 ходов, стало 2. Заодно тогда и карточку там сможем поменять. Блин, может к этому городу просто пойти? Без стен выглядит так, что мы ему можем
взять. Блин, вот зря я. Хотя я, наверное, не смогу еще одного апнуть пока. Давайте, наверное, попробуем. Причем, наверное, если мы его захватим, то оставим. Смысл нам его уничтожать. Блин, как вот он тут дебильно встал. Не могу из-за этого провести юниты нормально. Так, наверное, надо к немцу тоже делегацию отправить. Так, а Дидона с кем-нибудь там... Нет, у него со всеми хорошие отношения. Не видать, чтоб тут... Как-то немец участвовал в войне. Да, там убили. Но это ничего. Мы сейчас должны этого прачника убить. И откроем игры развлечения таким образом. Крутое священное имя. А когда у нас там 10 ходов еще до героической эпохи? Давайте мы, наверное, этим дуболомом убьем. А этому уровень дадим. О, тут еще минус колясочка. Блин, не открыли еще игры развлечения. А, блин, не тем юнитом. Да, не тем. Блин. Ж мне надо нанятыми убивать, а я своим мечником. Не, ну этот должны мы вроде забрать. Хотя он стены строит, она. Она строит стены. Так, два хода. Инженерное дело пока открываем. Наверное, следующим ходом надо будет отложить. О, впервые... А какой город я обратил в свою религию? Осло. Может, они тут сами пообращаются, в принципе? Елизавета готова нам гипс продать, но для этого замириться с ней надо. А Людвиг нам лошадей. А у нас, значит, никто ничего... А нет, вот 19, еще 4 вход. Ну, давайте, наверное, примем. Потому что я пока лошадей не строю, на лошадях вообще ничего не строю, и не факт вообще, что буду. Какие-то юниты там, скорее всего, потеряем, но должны вроде до строительства... Так, что нам тут строить? Так, видите, благодаря священному месту у нас довольство и жилье тут появилось. Все-таки речная богиня крутой. Пантеон. Что нам дальше сделать? Ну, тут мы поменяем вот этот строителей на плюс 5. Ну, карточку темного века поставим плюс 5 юнитам рукопашным. Я не знаю, стоит ли строителя один ход, а он 4 строится. И он тут скорее, кстати, обратится в протестантизм, Ставангер. Тогда, наверное, лучше амбар пока. Даже не убили никого. Так, Джебель Баркал. Неважно. О, колясочку. Блин, там Кабул сам убил. Черт. А не, не Кабул, это... Вот это как ее? Буря? Буря убила юниты там Англии. Так, значит, сначала ставим, меняем строителей вот на последний героизм. Все юниты ближнего боя плюс 5 к боевой мощи.
Остальное пока оставляем. Интересно, а влияет ли эта способность на захват города? Ну, вообще не должна влиять. Как она, потому что юнит, если бы юнит стоял в городе, то, наверное, влияло бы. Ты считал, что мы убили этот юнит, а вот так просто нет, наверное. Блин, он отваливается. Что, все, наверное, все-таки уничтожить надо. Ну, а смысл мы потом будем тут с этими разбираться? Да, наверное, лучше так. Так, ну гуль мы вряд ли можем взять. Я, конечно, просто пообстреливаю его. Таран нужен. Мне точно нужны тараны и... или катапульты. Так, следующим ходом инженерное дело будет открыто. Это в верховую езду пока идем. Если я так встану, не будет. Он не будет считаться в осаде, кстати. Ладно, встану сюда, чтобы следующим ходом разграбить ферму и полечиться. Без катапульт с этими городами со стенами делать нечего, конечно. О, Дидона хочет черепах нам продать. Это хорошие. Так, давайте без вход что-нибудь одномоментно заплатить. 43. Нормально. Так, а знаете что? Нет, я думал, может, апнуть надо было воина, прежде чем город уничтожать. Но нет, я же с ним им уже походил. Так что нет. Так, этот город... Блин, вот там проблема, что варвары. Я бы сюда повел. Но, видимо, тогда сначала сюда. Или вообще туда поставить, как бы. Вот тут-то у нас точно никуда не денутся эти места. А тут, знаете, может, например, Виктория сойти с ума и привести юнит. Или Людвиг. Лучше туда поставлю. Так, знаете что, мне кажется, надо святилище построить и распространить религию, особенно вот в Ставангер и в эту. Тем более, что трудовая дисциплина в Ставангере очень неплохо будет. Так, карточка поменена, все верно стоит. Дальше пойдем. Конечно, послов хочется открывать. Но я думаю, что я военный лагерь, может, все-таки построю. Вот целью объявления войны мы вряд ли можем быть. Чтобы оборонительную тактику заодно... И два кампуса я еще надеюсь построить. 15 золота. Не, маленькое предложение. Так, Вильгельмину встретили. Так, Дидона нас осуждает. Но это явно за уничтожение города. Это добавляет много претензий. One man's magic is another man's engineering. Наверное, верховую езду дооткрываю и... Вот в арбалеты, либо в ученичество. Наверное, все-таки в арбалеты, раз мы воюем, а потом ученичество. Наверное, не можем убить, да? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь
комментарии. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ну, этого веду апнуть в мечника. Эти через 3 хода вернутся к Окленду, мы, наверное, заново наймем. Тут у него новые юниты уже появились. Нет, способность прикольная, но... О, Шенгети стал союзником. Но у венгров точно лучше. Я бы лучше полную стоимость платил, но дешевле апал их и 2 посла получал при этом. Несомненно, у венгров мне больше нравится способность... Пойдем-ка вот сюда лес вырубим. И в Бергене будем священное место строить. О, вот Вильгельмина готова у меня покупать лошадей. Не, давайте немножко накопим пока. Так, подождите, а у нас... Следующим ходом и железо мы пока копим. Пока ничего не продаем. Мне кажется, надо катапульты. Блин, 14 ходов, это очень долго. Может, тогда хотя бы таран. Блин. Давайте, наверное, таран. Еще мы таран купить можем. Теперь продадим там... А, ну, с другой стороны, сейчас апну мечника. Ладно, таран давайте делать. No hour of life is wasted. Так, а когда у нас там героическая эпоха-то начнется? Давайте сюда ворвусь. Да, с 2 городов будет обстрелян, скорее всего. Может, этого воина пускай... Он будет обстреливать того, кого убить он может 100%. Так что я его подставлю. Не могу лечиться, потому что последний героизм стоит. Юниты не лечатся за пределами вашей территории. Так что вот ведем на территорию Кабула. Он союзником все-таки считается. Так, значит, из Осло отбегало. Давайте, наверное, из Бергена в Сарцбург, чтобы вот тут дорога была проведена наконец. Продолжаем поселенцев. Блин, тут, слушайте, аккуратно надо. Тут же Шенгети теперь со мной воюет. Блин. Да, сразу 2, наверное, купим. Чтобы распространить так существенно. Видите, вот это дуболом Шенгети.
Так, нам надо этим лучникам эту колясочку убить, поэтому стреляем сначала своими. Ну нету, показываешь же, что не убьет. Fucking shit. А на это уже не хватит сил, походу. Блин, подстава. Ну, нечестно. Ладно, уходим. Тут, наверное, нету смысла грабить. Я больше урона получу, чем вылечусь. Так, вот теперь можно торгануть и железом, и лошадьми. Так, следующим ходом, по-моему, у нас, да. Ну, я, наверное, следующим ходом и куплю. Так что сейчас деньги не тратим. Я, наверное, пока так лошадьми не буду, как-то мало предлагают. Да и здесь мало предлагают. Ну вот, за два железа 16 денег, это нормально, я думаю. А остальное как-то... Давайте, наверное, сюда ворвусь, дорогу поломаю. Плюс в осаде город. Ну, хоть так дорога будет проведена. Так, ну и куда дуболом делся шенгетский? Так, тут, по-моему, холм. Так что, если я сюда встану, он меня не может захватить. Так, Берген сам обратится. Так что лучше Сарсбург и Окленд обращать. И будет плохо, если он, конечно... Нет, не хочу, пока я мир. Будет плохо, если он там сейчас станет дуболомом. Великую библиотеку Людвиг построил. Ну, нормально. Вот, все, видите, вернулись юниты. О, у Окленда уже арбалеты. Кайф. Так, нанимаем. 60. Блин, ну вот о чем я говорил. Вот это вот тут Шенгети, конечно. Ладно, я этим лучникам помогу тогда. Так, надо отойти. Объединим. Так, сколько у нас тут? А, я убрал соседство. Вот сейчас, кстати, можно поставить соседство священных мест. Уже. Так, а вот тут 10 лошадей за 4 золота и 3 вход, наверное, норм. Валить, но мне походу этого мечника завалят, к сожалению. И тут надо отступить. Или пообстреливать. Наверное, пообстреливаю все-таки. Так. Тут не могут пока убить. Он может обстрелять, конечно, лучника, но это терпимо. Чтобы ему тут через речку было тяжело проходить, все ломаем. Ну, выглядит все равно, что Шеффилд и Гуль мы
Нет, нет, да и возьмем. Не хватает просто осадных юнитов. Я надеюсь, вот таран поможет. Еще надо мечников спасать. Так, тут вырубаем. И, наверное, сразу священку строю, а не рабочего. Этим рабочим рыбу. Вот этого краба потом купим тоже клетку. Там два морских тайла надо обработать. Здесь монумент готов. Ну, тоже, видимо, священку. Наверное, может, центры коммерции надо было первыми. Вопрос, конечно, из бронхов. Так, а тут? Тут, наверное, продолжу строителей делать. 7 ходов до 7 жителей, чтобы можно было кампус поставить. Наверное, и тут строителя тоже надо. Блин, я вот очень не хочу, чтобы этого мечника убили, но мне кажется, убьют. А, уровень. Не убьют. Так, от дальнобойных атак как раз плюс 10. Зашибись. Так, а вот тут уже стоит отойти. Потому что выстрел из города плюс мечник будет больно лучнику. Вот так отойдем. Блин, а как тут пройти-то нормально? Так, что ли, пойдем? Почему готов к повышению лучника меня переносит на этого воина? Видимо, убили этого лучника. Так, тут идем сразу этот город обращать. Пока никуда не отправляем. Создать правительственную площадь, Занзибар просит. Я бы и сам с удовольствием создал правительственную площадь. О, ну арбалеты уже более-менее, да? Тут надо спасаться. Кстати, можно проатаковать, наверное. Почему нет? Ну, выглядит таран. Правда, таран построится к тому моменту, как мы стены снимем. Так, наверное, можно выстрелить пока. Не должны убить ни этого лучника, ни этого. А вот следующим ходом ими надо будет отойти.
Так, стоим, ждем, когда город поставим. Ох, все, конечно, аккуратненько надо делать. Я, наверное, этим тогда лучником пойду защищать вот этого поселенца, чтобы сюда он пришел. Какая-то такая идея. Дальше у нас. Так, ну мне кажется, сейчас мы просто снимем стены и сможем спокойно тут стоять. В связи с этим или не снимем? Не должны. Ну, этим точно надо будет отойти. Да. Этим отходим, чтобы не убил мечник. Так, может мы тогда эту... Блин, вот тут юниты могут быть. Очень хочется, конечно, катапульту убить. Но, по-моему, лучше мечника спасти. Ладно, так вот пойдем. Так, тут у нас уже вся наша религия в плюс идет. Один ход. Ну, он так по дорожке побежит, и этот по дорожке. Сбивая ножки. Может уже и нанятых апнуть в мечников. Так, а сколько стоит купить катапульту? 320. Ну, 8 ходов мало. Я лучше найму заново и тогда апну. Что там еще, клетки покупать надо? Да, да, поищу в другом месте, тем более я в ту сторону больше не буду ставить. Так, теперь нам надо не город обстреливать, а юниты убивать Англии. В первую очередь. То есть оборонительных, обороноспособность. Так, давайте пока... Значит, смотрите, нам надо этого мечника убить вот этим лучником. Во-первых, мы вот так точно отходим и апаем, это прям 100%. Теперь вот с этим лучником что? Этим арбалетом мы 100% город обстреливаем, потому что он не достает ни до какого юнита. Теперь тут выходим так... Чтобы он не мог достать до этого лучника, лучником обстреливаем мечника. Но нам не хватает силы. Но этого лучника не должны убить. Так, знаете что, давайте мы даже еще вот так сделаем, чтобы он не мог туда пробраться. Так стреляем. И так стреляем. Силы нам не хватило, конечно, но по идее не должны нам никакие юниты тут убить. И поехали тараном. Так, пора какой-нибудь райончик строить. В данном случае, наверное, центр коммерции. Везде плюс 2. Так, вот тут я бы, возможно, треугольничек оставил из ферм. Тогда, может, сюда центр коммерции, сюда театралку в будущем. Не видно, куда кампус поставить вообще. Я бы, наверное, сюда поставил. Так, тут я хочу, наверное, лян
нанять в Осло. Или Омане куда-нибудь. В Шенгете. Наверное, Омане в Шенгете, ребята. Так, а тут сидела Омане этой Елизаветы, и она куда-то ее перекинула, между прочим. Пока непонятно куда, правда. Семь веры и бесплатную копию редкого ресурса этой клетки. Хм. А, я единственный, кто, кстати, торговцев набирает. Ну, тогда берем. Нет смысла отказываться. Тогда берем. А вот какого редкого ресурса? Это надо пойти, мне кажется, просто к Англии туда исследовать территорию. Вот сюда. Пойдем заодно исследуем все. Так, варвары. Ну, я этого рабочего вот сюда перебрасывал. Тут вот надо все вырубить. Ненужное. И оставить все нужное. Ускорили навигацию по звездам. Открываем машиностроение, после чего навигацию по звездам пойдем. Так, вот теперь. У нас осталось до конца эпохи один ход. Собственно, тогда эта карточка и сбросится, и мы сможем новую поставить. Так, и смысл нам что-либо тут менять, я бы пока оставил как есть. Правда, к боевой мощи против варваров. Ну, наверное, не надо убирать. Не надо пока. Дальше пойдем в исторические хроники. Надо будет, наверное, отложить в какой-то момент. Ну, нам еще одного поселенца осталось построить. Все. Хорошо, строим. Блин, с другой стороны, я сейчас следующим ходом. У нас же героический век будет, где мы сможем купить за веру все. Ладно, тогда давайте лучше... Уже центр коммерции. Ападану тоже хочется, но важнее центр коммерции сначала. Так, три хода до возможности кампус поставить. Строитель, ну давайте еще строителя тогда. Так, фу, вроде правильно, видите, просчитал, не убили меня там никого. И у нас начинается героический век. Сейчас я, конечно, выберу сразу. Еще и арбалетчиков открыли. Так, монументальность 100%. Надо ли нам исход евангелистов? Мне кажется, лучше вольнодумство и перо кисти голос. Ну, то есть, плюс 2 очка перемещения. Я не собираюсь сейчас распространять свою религию. Зато плюс 2 действия. Ну, мне кажется, я уже все распространил, что я хотел у себя. Тут каждый город культуру за специализированный район, это отличный бонус. А центры коммерции это дают еще и науку вместе с золотом. Ну, очевидно, что у меня вот это надо 3 брать. То есть у меня и центры коммерции уже есть и строятся. Вот смотрите. Сейчас вот здесь 3 науки идет, да? Плюс культурка добавилась. Не, это красиво. Но осада Шеффилда уже... Мы, наверное, вот этим... Вот этого лучника, считайте, сдадим, потому что нам надо вот этого мечника убить.
Блин, а у вас тут, походу, не хватает силы, что ли? Ну ладно, это уже в следующей серии. Спонсоры канала уже ее могут поискать в плейлисте. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Спасибо за поддержку. Для всех остальных выйдет завтра. Кажется, самая интересная жаришка начинается. Все, играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.